Вітаю вас, шановні миколаївці. Вчорашня програма «Контраргумент» присвячена тарифам, різноманітним складовим тарифів на ЖКХ, тобто і політичні, і соціальні, і економічні, викликала такий жвавий інтерес, що, звичайно, сьогоднішній постскриптум ми присвятили продовження цієї теми. І для того, щоб якомога більше розкрити цю тему, ми запросили до студії, як це завжди ми робимо, дуже компетентних, дуже поміркованих, дуже добре обізнаних у темі людей. Це Михайло Володимирович Соколов, голова Миколаївської обласної організації партії «Батьківщина», та Вадим Ігорівич Чудайкін. Тут він дуже складно його представити. Член колективу розробників від Академії наук України проєкту єдиної державної системи моніторингу енергоресурсів та ЖКП. Тобто сьогоднішня наша розмова, вона буде точитися навколо, з одного боку, політичної складової тарифів, з іншого, так би мовити, ми зможемо забезпечити певним чином академічний погляд на те, звідки ці тарифи беруться, звідки береться ціноутворення і взагалі, що з цим нам робити. Отже, не гаючи часу, я хочу передати слово людині, яка вчора не брала участь в нашій програмі, і потім ми, звичайно, просто будемо розвивати цю тему протягом найближчих 26 хвилин. Будь ласка, Михайло Володимирович. Ярослав, спасибо за приглашение. Всегда рад быть в вашей студии. И особенно актуальный, особенно острый вопрос, который вчера поднимался в этой же студии, было достаточно горячо. Я благодарен за то, что мой первый заместитель, который вернулся из АТО, который героически сам пошел воевать добровольцем, никто его не призывал, семью детей дома оставил, к сожалению, инвалидом вернулся. Сегодня он, как и многие члены партии, просто, как говорится, занимается партийным строительством. И тарифы это наш приоритет. Почему? Потому что, например, по сравнению с тарифами на отопление, на многие ЖКХ-услуги, которые были в 2014 году, после революции уже в нашем государстве, с 1 апреля... Таким нешуточным образом кабинет министров поднял их в 8,5 раз. И если вчера мы тратили 20% своего бюджета на коммунальные тарифы, то сегодня у кого-то это более 50%, а у кого-то это зашкаливает вообще за норму, как говорится, доходов. Я хочу привести пример. Мы в партии проанализировали такой интересный случай в городе Сумы. Мы взяли два совершенно одинаковых дома, пятиэтажных, многоквартирных, которые при Брежневе были построены. И в одном доме были счетчики на отопление, а в другом люди платили просто за гигакалории. Те 0,02, если мне память не изменяет, гигакалории на метр квадратный. И получилось, что в результате те жители, которые заплатили по счетчику, по фактической калькуляции и по расходу тепла, они заплатили в 3,5 раза меньше. О чем это говорит? О том, что тарифы сегодня в Украине не просто завышены, а они необоснованно грабительски завышены. Фактически внутри них какая-то сидит коррупционная составляющая. И если не нужно столько средств тратить, почему же с нас их берут, стоит вопрос. Мы создали в Верховной Раде, несмотря на немногочисленную пока фракцию «Батьковщина», такую тымчасово слідча комиссия по этому вопросу, временная такая следственная комиссия, и постановили целый ряд аспектов. Ну, один из них, например, о том, что необходимо, как при правительстве Юлии Владимировны было, тех 20 миллиардов кубометров, которые Украина собственного газа добывает, в разные годы было по-разному, от 14 до 20 миллиардов, именно этот газ продавать населению или продавать в котельные для того, чтобы отапливать наши дома и частные домовладения. И нам его вполне хватает. Кстати, Яценюк очень грамотно во времена Януковича об этом заявлял, но потом изменил своим же заявлением. И беда в чем? В том, что себестоимость украинского газа, она очень низкая. Но нам его почему-то стали калькулировать по 7000 гривен. По 7188 гривен за каждые 1000 кубометров. При том, что у него реальная себестоимость до 1000 гривен. Но если взять, транспорт, как говорится, курс, транспорт, индексации, налог непомерный, об этом я хочу отдельно поговорить, то цена может достичь, конечно, и 3500 гривен. Хотя и это даже будет завышенная сумма. Но не 7, которые с нас, с простых людей, с пенсионеров,
с людей, как говорится, которые даже и многие... Вчера Олег очень хорошо сказал, я, говорит, вернулся с фронта, а оказывается, что мои родители здесь за это время обнищали. Михаил Владимирович, я все-таки хочу передать слово Вадиму Игоревичу для того, чтобы наш разговор не превращался в два больших монолога. Пожалуйста, Вадим Игоревич. Да, вчера очень правильно закончилась передача, и эта нота шла через всю передачу, что для решения подобных вопросов необходимо создание рынка. По большому счету, весь фокус состоит в том, что при номинально-рыночной экономике мы имеем совершенно не рыночную экономику. У нас рынок не создан. Отсюда, естественно, рыночные цены не могут возникнуть. Я приведу пример, тот же, который приводил вчера, только в несколько развернутом формате. О чем идет речь? В свое время в Академию наук обратились с просьбой разобраться в проблеме неплатежей. Было выбрано две пилотных области, Запорожская и Луганская, и проведен эксперимент. Значит, были сняты показатели на каждой трубе, которая заходит в область, на каждой котельной, на каждом насосе водоканала, который качает. И, по сути, грубо говоря, информационный рынок купил продукт на каждом субъекте. Транзит, пожалуйста, транзит. Потери, пожалуйста, потери. Все было скалькулировано и сведено в общий единый баланс. Это же было регулировано с финансовым потоком. В итоге что оказалось? При том, что потребителю было оказано услуг и продано товаров на 82 миллиона гривен, насчитано финансов было 620 миллионов гривен. И когда приехала комиссия комитета кабинета министров Украины, ни один из поставщиков не отказался от своих показателей. Естественно, сразу же программу закрыли, дали задание Академии сделать общий проект на всю страну. Проект был сделан, более расширенный, комплексный проект. Под впроваджение этого проекта было создано НАЭР, сейчас в энергоэффективности. Кстати, Тимошенко этим занималась тоже очень плотно. Но для внедрения проекта необходимо было проголосовать законопроект под внедрение проекта. Проект комплексный, он включает в себя не только мониторинг, это дифференциация экономики, это большой комплексный проект. О нем не знает только ленивый во всех Верховных Радах, всех этих созывов прошедших. Два раза был проголосован конституционным большинством законопроект «за». Два раза. И каждый раз второе чтение срывалось, просто срывалось. Последний раз депутаты просто убежали из зала и все. Нынешняя демократическая коалиция уже два раза сменился. Номер законопроекта был 3805, сейчас 1640. Опять-таки тормозит прохождение этого законопроекта. Потому что вскрываются все коррупционные схемы. Все коррупционные схемы становятся все прозрачным. И создаются условия для создания реального рынка. Это невыгодно конкретным монопольным образованием. О, Вадим Игоревич, вот как раз вы как умный, компетентный человек сейчас предлагаете нам идеалистичную картину. И я с вами согласен абсолютно. Безусловно, без рынка получается ситуация, когда ты на базар приходишь, а там только один человек торгует курицей. Конечно. И при том, что она стоит, может быть, там 50 гривен, а он за нее просит 1000. И вот я вам хочу сказать, что я с вами согласен в таком, в идеалистическом смысле слова, но с практической точки зрения мы сейчас добиваемся более простой и понятной вещи. Покажите калькуляцию, из чего все это состоит. Вот я хочу сказать, почему я еще, например, не верю сегодняшнему кабинету министров. Мы очень просим сделать так, чтобы арендная плата, а это налог, на добычу газа снизилась или вообще не калькулировалась для нас с вами, для простых жителей городов и сел, которые отапливаются свои родные дома нашим родным украинским газом. Арендная плата, знаете какая? 70%. То есть, если ты на 1000 гривен добыл газа, то ты должен еще 700 гривен заплатить государству в качестве арендной платы, кроме НДС, кроме налога на прибыль, кроме подоходного, который своим газовым работникам ты платишь. И Яценюк, почему я не верю нынешнему кабинету министров, он услышал это и вынес на Верховную Раду две недели назад снижение арендной платы.
Только знаете, для кого он арендную плату до 20 там, с чем-то процентов снизил? Для предприятий. А для населения 70% грабительская как была, так и осталась. Поэтому рынок – это очень правильный, хороший демократический подход, к которому мы, даст Бог, придем еще. Но сегодня нам нужно понять, из чего состоят эти 7 тысяч грабительских гривен за каждый кубометр газа, привести его к реальным показателям, снизить арендную плату для того, чтобы люди, имея скромнейшие доходы, а многие доходов не имеют, потому что право на работу у нас до конца не реализовано, чтобы могли платить, как хотя бы в 2014 году, я уже не беру там 90-е годы и 2000-е, когда мы платили коммуналку и не замечали это, потому что мы имеем собственного газа достаточно, и он не 7 тысяч стоит, и даже не 3,5, которые сухо на калькуляторе с этими огромными налогами набегают. Поэтому я уверен, что даст Бог, как говорится, Украине дал независимость и даст мудрости все-таки иметь тех правителей. И благодаря децентрализации, которая сегодня в стране идет и в Верховной Раде частично проголосована, я считаю, что Батьковщина, придя в городской совет, в областной совет, в коалицию демократическую к власти, в первую очередь будет пересматривать тарифы на воду, нормы расхода, не как в Якутии, как сейчас у нас в Николаеве применяются. И за счет этого в 3,5 раза, у кого нет счетчиков, например, платят больше за тепло, как я в Сумах привел пример. Потому что коэффициент, как в Якутии, у нас нету минус 50. И у нас нету зимы, которая длится 9 месяцев. У нас зима, которая 3-4 месяца максимум длится с гораздо более теплыми температурами. Поэтому я, Вадим Игоревич, с вами, как говорится, вот знаете, как с человеком методичным, научным подходом, я согласен. Но как практик, я считаю, что более простые меры, даже без Верховной Рады, на уровне местных органов самоуправления в виде горисполкома, в виде облсовета, мы в состоянии справиться и дать более вот дешевые тарифы. Самое интересное, что мы ни о чем не договаривались, но вот Михаил Владимирович, как человек, который тонко чувствует ситуацию, и местную в частности, вот подал мячик, который я просто обязан отбить. Насчет горисполкома, насчет местных органов власти. Есть вещи, которые от нас не зависят в принципе. Ну, вот тарифы, которые устанавливает НКРЕ. Но есть то, что, на что мы реально можем влиять. Это как минимум качество услуг. Мы помним, мы говорили об этом скандале, который возник из-за, ну, скажем прямо, хамского поведения облгаза. И видели, что, в общем-то, решить это удалось как раз благодаря вмешательству руководителей области. В частности, Николая Павловича Романчука. Вот я сейчас хочу дать небольшой синхрон городского головы Юрия Исаевича Гранатурова, который говорит как раз об этих вещах. Пожалуйста, сюжет. Мы стараемся удерживать тариф на одном и том же уровне, и если он где-то будет корректироваться, только на нулевую рентабельность, только немного. Мы сегодня не можем позволить себе ввергнуть население в те проблемы, в которые, к сожалению, ввергла его существующая реальная действительность, и тарифы, ну, заоблачно повышены. Это очень плохо. И я думаю, что надо максимально, конечно, получать субсидии, не затягивать с этим. Однако мы будем делать все для того, чтобы экономить деньги горожан. 250 теплосчетчиков будет в этом году установлено. Это беспрецедентная цифра. Для примера, мы прошлые годы устанавливали 15-20. И есть инвестиционная программа по установке газовых счетчиков. Это инвестиционная программа. В тариф на газ правительство закладывало эту сумму. И все счетчики до единого за период этих лет должны быть установлены бесплатно специализированными учреждениями, которые отвечают за газовое хозяйство. Что касается качества, то здесь мы уже немного начали. Нужна жесткая, правильная реформа управления жилищно-коммунальным хозяйством и разные формы хозяйствования. Сегодня в городе действует более 300 ОСМД. Но для того, чтобы создать ОСМД, нам необходимо провести хотя бы основные капитальные ремонты в жилых домах, тем более, что снос их уже достаточно большой. В этом году более 100 крыш будут сделаны, и людям останется еще некоторые вещи для того, чтобы могли переходить на систему общества совладельцев многоквартирного жилого дома. Постепенно мы должны постараться защитить всех.
выполняя программу «Николаевский двор», 52 больших микрорайона, двора, комплексно капитально ремонтируем. Это в первую очередь и внутриквартальные проезды, и там, где есть ливневая канализация, козырьки, входные в группы подъезды, детские игровые комплексы, спортивные игровые комплексы, внутридомовое и внутридворовое освещение, обрезка и экранирование деревьев и многое другое. И это надо делать постоянно. Вот прозвучало, мне кажется, очень правильный посыл. То есть, кстати, вот на последних программах «Контраргумент» у нас очень активно принимают участие именно городские чиновники. И видно, что есть диалог между властью и обществом. И это очень здорово, потому что действительно я знаю, что те программы, которые проходят вот у нас там в течение 1,5-2 часов, они потом как бы находят свое продолжение уже вот в жизни за пределами студии. Вот скажите, пожалуйста, как... учитывая, в общем, готовность, ну, по крайней мере, городской власти, принимать активное участие в нормализации ситуации, можно увязать ваш простой подход и ваш академический. Я скажу совершенно четко. На протяжении 23 лет в стране не был сведен энергетический баланс. Без сведения балансов невозможно нормальное функционирование экономики. Если не решить проблему стратегически, причем 1640 это не просто стратегия, это огромный проект, 18 томов по 250 страниц, который утвержден РНБО, КМУ, всеми профильными комитетами, проголосован не раз и в первом чтении конституционным большинством. Невозможно вообще развитие государства как такового. Нормальный водитель не сядет в машину, в которой колеса разбалансированы, потому что это приведет к аварии. У нас же машина с разбалансированными колесами 23 года мчится в пропасть. Если мы сейчас не объединимся, не только Батьковщина, все политические силы, гражданское общество, и не заставим данную Верховную Раду проголосовать этот проект, мы прилетим в пропасть. Батьковщина отлично знает об этом законопроекте. Поэтому поработайте со своими депутатами. Гражданское общество уже работает с Верховной Радой. Допустим, вчера хорошо Тамила Бугаенко говорила о Федерации профсоюзов Украины. Федерация профсоюзов Украины, допустим, обратилась с письмом ко всем фракциям Верховной Рады с просьбой поддержать данный законопроект. РНБУ в мае вынесла постанову проголосовать как позачерговый. КМУ внесло утвердительное письмо в Верховную Раду, вписан в коалиционное соглашение. Все равно не голосуется, и все равно опять уходит в осень. Это первое чтение, дальше второе, опять мы уходим в зиму с голыми, без штанов. Хороший, на самом деле, законопроект. Я с вами согласен отчасти, но есть момент. Вот смотрите, если перевести сейчас заявление Гранатурова, он говорит, дайте денег, мы ждем субсидий. Подождите, друзья, это хорошо очень, но комиссия Верховной Рады постановила о том, что местные органы самоуправления, они могут нормативы пересмотреть. Обоснованность нормативов, которые у нас еще с советских времен якутские остались. Вот мы сегодня распространяем по всей области такой бюллетень, например, информационный, вот хочу вам показать. И тут это решение комиссии, которая в Верховной Раде создана, существует. Тарифы, да, я согласен, их определяет НКРЕ. Я с вами согласен, необходимо этот законопроект применять. Но мы здесь, на местах, имея из 2000 домовладений на балансе городского совета Николаевского, только на 1000 имеем счетчики. И люди в 3,5 раза дешевле платят. А остальные 1000 домовладений, ну, квартир гораздо больше, мы с вами понимаем, мы сейчас говорим о многоквартирных домах, они не имеют до сих пор этих счетчики. И нам господин мэр говорит, государство, дайте нам денег, ну, субвенции в переводе на простой язык. Так вот, я считаю, что, конечно же, нужно просить, чтобы в бюджете закладывались деньги на Николаев на развитие. Конечно же, нужно настаивать на экономической независимости, то есть децентрализации государства, чтобы мы сами распоряжались теми деньгами, которые в бюджет платим, и они остаются на местах. Но самое главное, давайте нормативы пересмотрим, нам никто не мешает. Если мэр не против, я хочу обратиться ко всем действующим депутатам городского совета. Мы письменно обратились в городской совет. Коллеги, давайте пересмотрим нормативы, это в наших силах для наших горожан сделать, потому что иначе
поступают средства, выставляются платежи на в три раза большие суммы. Давайте сравним николаевские дома с отчетчиками и без. Это же очевидно, что норматив завышен значительно. Давайте не будем наших горожан грабить, пока нам не попали деньги на установку этих счетчиков и пока мы их не установили. Давайте пойдем навстречу так, как уже Юлия Владимировна вместе с этой комиссией добилась в два раза снижения, и для Николаева в том числе, норм, которые зависели от Кабмина. Потребление у газовой плиты, у газовой колонки, норм потребления на одного человека. Точно так же мы можем снизить нормы потребления в городском совете, просто проголосовав так, как проголосовали за то, что Россия является агрессором. Владимир Владимирович, позвольте вот чуть-чуть уточнить, да, чтобы мы не переходили, у нас остается 5 минут до конца, чтобы мы все-таки вот в какой-то практической плоскости сосредоточились. У вас есть серьезные, очень глубокие наработки на уровне Украины. Можно ли эти наработки каким-то образом экстраполировать на конкретную николаевскую конечно. Ситуацию, и тогда вот вам уже готовый союзник? Конечно, уже Киевская область занимается подготовкой к внедрению данного проекта. Уже создана группа и идет работа. То есть область будет одна из первых, самая подготовленная, войдет во внедрение системы. Ведь это Киевская область. Да. В системе прописан каждый шаг, пошагово действие. И строится система как раз снизу. То есть спускаются правила, стандарты, создается рынок. И поехали работать. Николаев может оказаться наряду с другими областями. Там Львов интересуется очень серьезно, Запорожье. Одной из пилотных площадок, откуда это будет расти. Собственно, здесь можно будет открыть центр, куда будут приезжать учиться из Одессы люди, со всего Южного региона, из Херсона. Это даст городу дополнительную и инвестиционную привлекательность. Я, кстати, должен сказать, что вот решение подобного рода проблем, оно на самом деле действительно, с одной стороны, требует серьезной подготовки, с другой, зависит от конкретных людей. Вспомните, когда мэр Вознесенска Гержов реализовал у себя программу страховой медицины, к нему приезжали учиться со всей Украины. И ничто не мешает на самом деле нам действительно показать пример всем не того, как не надо делать, а того, как может это работать. Конечно. Плюс внедрение только первой очереди системы из пяти очередей дает дополнительно более 100 миллиардов в бюджет. Вы представляете, если мы окажемся одними из первых, какой это большой плюс вообще для области, для города? Коллеги, если мы бюджет пополним, это вообще великолепно. А если мы нашим жителям все-таки предоставим возможность платить по справедливому тарифу, конечно, который значительно меньше. Вот я, пользуясь случаем, хочу, во-первых, уже обратился к депутатам действующим городского совета, которые пока еще до 25 октября будут исполнять свои избирательные обязанности, к мэру города, чтобы был вынесен вопрос. И к вам, коллеги, обращаюсь. Я очень надеюсь, что мы, Вадим Игоревич, с вами придем на сессию городского совета. Я, как простой житель города Николаева, вас приглашаю. Я не являюсь депутатом. Просто, как говорится, одним из субъектов инициативы от имени партии «Батьковщина», так же, как и вы, от имени гражданского общества, научной среды. Приглашаю областной телеканал с просьбой осветить этот аспект. Будет вынесен вопрос о пересмотре нормативов, а не тарифов, или нет? Потому что тариф, он плюс-минус, как говорится, имеет незначительное отличие один от второго. А вот норматив имеет коэффициенты и 2, и 3, и 8, и какой угодно. От этого зависит окончательная сумма. Поэтому я считаю, что мы должны инициировать на сессии принять такое решение, для того, чтобы оперативно, бухгалтерским и экспертным энергоаудиторским способом пересмотреть вопрос, чтобы мы зашли в отопительный сезон уже с новыми тарифами. Согласны, коллеги? Согласен. И нам необходимо обратиться от имени и гражданского общества, и партийных организаций. Уважаемые коллеги, я понимаю так. Вот смотрите, вот здесь вот родилась классная инициатива. За что, кстати, вот волшебное качество программы «Контраргумент» в том, что практически в каждой передаче возникают какие-то договоренности в прямом эфире, и потом они реализуются. Вот сейчас мы этой договоренности достигли. Нам необходима какая-то площадка. Безусловно, я готов, как руководитель областной телерадиокомпании, предоставить все возможности для того, чтобы как можно больше людей об этом узнало. Но все равно где-то нужно собраться. Где? Михаил Владимирович, Вадим Игоревич, вы, пожалуйста, давайте ваши телефоны, давайте контакты, чтобы люди знали, куда обращаться. Коллеги, я хочу сказать, что у нас есть линия прямого эфира, вернее, онлайн-контакта с партией.
Это в рабочее время есть такой телефон 0800-505-303. Он сейчас на бигбордах в области будет на всех отражен. Нижний телефон — это Батьковщина, центральный офис, который находится в столице Украины. А верхний телефон — это бесплатная линия, которую, мне кажется, первая и единственная политическая партия в Николаевской области завела такой. Поэтому я всех прошу, не безразличных, всех, кто живет в домах без счетчиков, но не получили последний месяц тарифы в два раза более низкие, чего мы уже как политическая сила добились. Я прошу обращаться по этому телефону, а также всех тех жителей, которые готовы на ближайшую сессию, как говорится, делегировать нам полномочия или подойти обратиться, в верхний телефон, пожалуйста, 0800-505-303. И, пожалуйста, мы будем рады, как говорится, инициативу горожан, инициативу общественных деятелей реализовывать на практике как в Верховной Раде от имени нашей фракции, так и в стенах городского совета как субъект политической инициативы. Мы планируем также провести форум по перезагрузке области и города. Планируем провести форум, об этом, даст Бог, как говорится, мы чуть позже расскажем. Но приглашаем просто как координаторы выступаем, не как даже организаторы, наша политическая сила. И приглашаем таких экспертов, как вы, Вадим Игоревич. Приглашаем тех людей, которые эффективные модераторы. Мне очень приятно, что у нас в области руководитель, который не просто такой аппаратчик, знаете, со стажем, а кроме всего прочего еще великолепный онлайн-модератор, что, честно говоря, такой, ну, комплимент для всей области даже делает. И для нас бы была большая честь выдвигать таких людей, как вы, в областной совет, в городские советы, потому что закон сегодня самовыдвижения не предполагает, а политические силы могут без партийных лидеров общественных мнений, областных заметных, как говорится, фигур выдвигать. Поэтому для нашей политической силы будет большая честь. Вот, можно сказать, что приглашаем вас и приглашаем телезрителей, которым не безразлично будущее нашей области. Дякую вам дуже. Як завжди, коли спілкуєшся з цікавими та обізнаними співрозмовниками, часу завжди не вистачає. Втім, на жаль, наші закони ефірного часу не можна ніяк переламати, і тому ми вже підійшли до кінця. Я хочу сказати, що будь-яка партія, будь-яка політична сила, будь-яка громадська організація, яка хоче щось змінити у нашому місті, завжди буде у нашому місті, я перепрошую, буде завжди бажаним гостем у наших програмах. Будь ласка, приходьте, транслюйте ваші ініціативи, об'єднуйтесь, і ми разом обов'язково переможемо. Дякую, що були з нами. До побачення.